Фейерверки дядя Гриша. Добрый день, дорогие друзья. Первый репортаж от дяди Гриши. Находимся в городе Иванове, на дне города Иваново. Через 12 часов должен быть фейерверк. Вот в таких условиях нам приходится работать. Дождь как из ведра, из машин никто не вылазит. Все ждут небольшой передышки, чтобы начать расставляться и монтироваться. Желайте нам удачи! Ну вот, дождь кончился. Команда дяди Гриши начинает монтироваться потихоньку. Вставляют мортиры. Это все наше. Остальные парни тоже начинают потихоньку. Я уже выложу. Все, начинаем работать. Дорогие друзья, все собрали салюты. Наконец-таки успеваем. До салюта у нас ровно 2 часа. Сейчас идет настройка оборудования. Сейчас пройдемся по командам. Первый стреляет у нас команда Пираком из города Сыктывкар. Вторыми стреляем мы. Вторыми стреляет команда Фейерверки дяди Гриша. Тоже вот наша линия. Мы собрались. Третьими стреляет команда Фестиваль фейерверков из города Сергиева Посада. Вот они стоят сзади меня. Уже все готовы. Четвертые. Четвертыми стреляет команда «Большой праздник», город Самара. Тоже у них все собрано здесь. И пятая стреляет команда «Большой праздник», Нижний Новгород. Вне конкурса. Заключительный салют. Тоже парни, все собрано. А мы сейчас делаем настройку оборудования. Проверяем каналы. Компьютер вроде у нас уже включен. Связь вроде есть со всеми блоками. Сейчас подойдем поближе. Парней ужин. Вот компьютер. Так, что у нас там? Не видно, ну все четко. Сейчас после ужина будем все проверять. Всем удачи, через 2 часа салют. Желайте нам победы. Пока. А также мы являемся организаторами фестиваля фейерверков «Звездопад». Мы надеемся, что наш фейерверк покорит сердца зрителей и оставит незабываемое впечатление. И приглашаем всех посетить наш город и 8-й фестиваль фейерверк, который пройдет 4 августа. Девиз команды «Все будет восхитительно». Заряжаем телефоны и внимание в небо! Иваново. Родимый край, родной, как мамы голос легкий, как будто в цвете месяц май, и соловей певучий, звонкий.
Так давайте позовем на эту сцену тех людей, которые сотворили для вас это чудо. Представителей наших команд. Будьте добры, поднимайтесь на эту сцену. Аплодисменты, друзья. Сегодня для жюри было самое сложное определить участника. Такова была ситуация, что выбрать победителя было крайне сложно, но тем не менее, третье место сегодня достается команде из Сергиев Посада. Аплодисменты. Поздравляем. Второе место достается команде из города Смоленска «Фейерверк Мастер». И памятный приз. И первое место после длительных дебатов досталось команде «Большой праздник, город Самара». И сегодня приз зрительских симпатий, то есть те голоса, которые были отданы вами, получает команда «Фейерверк Мастер», город Смоленск. Подавляющее большинство голосов было отдано за эту команду. И памятный приз. Я прошу вас еще раз искупать наших победителей и всех участников наших оваций. Спасибо, Иванова, и с праздником!